Добрый день или добрый вечер, дорогие друзья. Женский футбол вновь из Перми. День или вечер, все зависит от того, откуда вы смотрите нашу трансляцию. Это не может не радовать, но это достаточно традиционная история для московских армейцев. И женскую, и мужскую команду ездит поддерживать очень много болельщиков. Это, конечно, очень прекрасно, и не стоит забывать о том, что какую-то просто феноменальную, сумасшедшую поддержку армейцам оказывают их болельщики тогда, когда ЦСКА играет дома, в Москве, либо это веб-арена, на которой, например, проходил матч против питерского «Зенита». Больше тысячи болельщиков пришло поддержать редкие облака, но вряд ли будут сегодня осадки. Буквально через 2-3 минуты команды должны появиться на арене. Еще раз приветствую всех любителей женского футбола. Еще раз напоминаю, что говорит и показывает Пермь. Еще раз напоминаю, что матч 6-го тура «Звезда 2005» принимает на своем стадионе женский футбольный клуб ЦСКА на футбол. Несколько слов, да, о составах. Итак, начнем с гостей, футболистки в белой форме. Московские армейцы в воротах. Эльвира Тодуа, номер один. Центр, заброс такой в штрафную площадь. Сразу две футболистки в белой форме здесь за мяч поборолись. Пугалеева, центр. Хорошева. Ну и вот первый удар по воротам в исполнении Стасии неоднократной серебряных наград. Удар какой неожиданный. В штрафной площади. Так и есть. Хороший навес. Чуть-чуть не успела Поздеева до этого мяча, но там же на дальнем фланге. Центр в борьбу. Удар. Хороший удар сейчас. Но бить будет не она. Удар. Ох, какая неприятная сейчас была ситуация. Ошиблась на выходе Ирина Зварич. И гол. 1-0 ЦСКА. 36-я минута. Но кто забил у московских армейцев, сейчас будем смотреть. Казалось бы, простая ситуация, но хорошая передача. Хорошая передача в борьбу прямо в вратарскую зону. И счет в этом поединке открыт. номер 27. Мария Алексеева прибежала помочь своим нападающим в этом эпизоде. Ну, на Кипяткову. Кипяткова подача в центр. Курочкина! Одна совершенно здесь у нас. Сразу практически открываются, предлагают себя, тогда как звездочки этого не делают. Ну, откровенно, за руку и желтую карточку абсолютно заслуженную сейчас. Которая, честно говоря, сегодня не особо чем-то отличилась по ходу встречи. Не было видно Валерию по ходу первого тайма. Ну вот, видимо, Максим Зиновьев решил игру немножко обострить. На Шишкину. Хорошую передачу сейчас Анастасия Шишкина делала. София Шишкина является в центр. Хорошо! Хорошо сейчас увидела Анастасия Ильиных. Кимова. Курочкина издали. Не сильно получилось. Развернулась. Переложила мяч с одной ноги на другую. И хорошо прострелила. Его лишь разница в забитых и пропущенных сейчас позволяет ЦСКА находиться на строчку выше на первой. Прокинула себе дальше. На ход, на вес. Ох, какая сейчас смогла срезка получиться с головы Берендина. Удар. И все, звучит финальный свисток. Да, только одну пока осечку допустили футболистки ЦСКА. Видели все, что происходило у ворот. Сначала Эльвиры Тодуа, а затем в эти ворота стала Анастасия Ананева. Это ЦСКА с победой в «Звезде 2005». Спасибо за красивый футбол. До новых встреч. Болейте только футбольно. Артем Жаворонков был с вами. До свидания.